Ну, здравствуйте. Показ Balenciaga Мара 23-го года и Демна Гвасалия. Прыть творческая подукаса с крайними событиями. Все более-менее однородно, несмотря на то, что полностью выпадает из повествования, а именно некая мотоэстетика, как микробунт Демны. А это буквально надутые куртки, новые пара обуви для Канье Веста и все платья, пошиты на Ренату Литвинову. Смотрим. Демна подсуетился и в новом сезоне сделал обувь для Канье Веста. А то что же он будет носить? Он распродал все бренды по 20 баксов. Но зато не сжег, как некоторые. В новом сезоне даже разные цвета появились. Канье очень любил эту обувь. Кстати, один сапог весит 2,5 килограмма. Мерили, трогали, знаем. Конечно же, было много красивого в этом показе. Летящие платья, как завещал сам Balenciaga. Если женщина танцует, платье должно танцевать вместе с ней. Платье пошито, будто все на Ренату Литвинову. Рената обожает бренд Balenciaga, обожает Демна. Очень теплые дружеские отношения у этих ребят. Тут, кстати, будет фото с последнего показа, март 23. Вот как раз то, что мы рассматриваем. Ну, а Демна обожает Земфиру, но Земфира это не про моду, а Рената наоборот даже очень. Что внутри такой куртки? Подушки, которые специально вшивают мотоциклистам и лыжникам. А теперь, видимо, и пережившим острый консилинг, если понимаете, о чем я. Много замечательных платьев, которые мне понравились, были в крайнем показе. Именно Total белое платье, бархатная блуза с объемными плечами. Я обязательно сниму об этом видео. Вы подписывайтесь, пишите свои комментарии. С вами была Юлия Лайон. Юленька старалась, Юля молодец. Пока!